Но я вам, девочки, скажу вот что. Поскольку в нашей стране мочевых будильников нет, то у нас есть метод лечения с помощью будильника обыкновенного. Он, конечно, не такой эффективный, но, вы знаете, некоторым помогает. Суть состоит в том, что, как правило, наша мама знает, в какое время ребенок идет на рыбалку. Да? И если вы знаете, что вы в 10 часов легли спать, а в 2 часа ночи у вас начало клювать, да, то вы ставите обычный будильник на час ночи, просыпаетесь и идете на горшок. Понятно, да? Только вы никуда, пожалуйста, не торопитесь. А через 2 недели вы ставите будильник на час 30. Понятно? А еще через 2 недели вы ставите будильник на 2 часа ночи. И у вас есть огромные шансы через полгода, год начать писать ровно в 7 утра. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. И будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в YouTube.